Блин, хотите прикол? Только я так умею, если честно. Сейчас, короче, смонтировал видео, да, вот выложил где-то 5 минут назад его на Ютубе. Блин, и мне человек, короче, такой пишет, я говорю, ну я же публиковал. Он говорит, ну, Серег, ссылку скинь. Я, короче, такой захожу, думаю, посмотрю его, пересмотрю. Ну, начал ссылку скидывать и заодно этот видос смотрю. Ну, только я так умею. Я вставил хит, только у меня их несколько, да, ну, там, на одну песню, как вот, не ремейки, а, допустим, когда я музыку пишу, я ее в разных вариантах делаю. И, короче, я всунул не тот, что хотел. А с другой стороны, что всунул, то всунул. А теперь давайте вот я сейчас вам с этой минуты включу другой. Вот вы сейчас увидите то, что когда вот мне говорят, да это лапша, на уши там музыку пишешь. А вот вы сейчас это все и услышите, похоже она или нет. Удачи. Погнали, точнее, что удачи-то? И удачи тоже. Чаю себя как-нибудь туда-сюда. А, вот с этого момента сейчас пойдет музыка. Раз, два, три. Погнали. Наверное, хватит. Короче, кому какая больше понравится, на мое усмотрение, этот человек получит мне лично 100 баксов. Пока.